Дорогие друзья, здравствуйте! Сегодня мы бы хотели рассказать вам о новом продукте компании Чуаньцзянь, который называется кальций-цинк-силен. А также для наглядного рассказа мы хотели бы провести с ним опыт. Но для начала узнаем, что такое кальций, цинк и селен. Итак, это необходимые человеческому организму элементы, и недостаток хотя бы одного из них может оказать на ваше здоровье негативное влияние. И только комплексный прием трех элементов сразу обеспечит гармонию нашего организма. Попадая одновременно в организм, они стимулируют работу друг друга, а также лучше всасываются, чем по отдельности. Давайте разберем, для чего нашему организму нужны кальций, цинк и селен. Кальций поддерживает работу всех систем организма и физиологических функций. Это основа костей и зубов. Он необходим в процессе роста и развития ребенка, участвует в синтезе белков и ДНК, регулирует ферментную активность, секрецию гормонов и свертываемость крови, поддерживает кислотно-щелочной баланс, снижает проницаемость сосудов, воспаление и отеки. Цинк стимулирует быстрое заживление ран, повышает иммунитет, улучшает зрение в ночное время, улучшает сексуальную функцию, а также регулирует аппетит и вкусовые ощущения. Селен поддерживает здоровье кровеносных сосудов, борется с раковыми клетками и тяжелыми металлами, засоряющими наш организм, замедляет процесс старения, улучшает всасываемость витаминов А, С, Е и К, улучшает репродуктивную функцию, в том числе повышает вероятность беременности и повышает активность сперматозоидов, снижает риск возникновения воспалений матки, укрепляет мышечную ткань. Компания Чуаньцзянь предлагает вам возможность комплексного приема этих элементов, представленных в виде капсул кальций, цинк, селен. Вот так выглядит баночка, в которой содержится 100 капсул. Рекомендуемый прием 2 раза в день по 2 капсулы. А сейчас мы проведем наглядный эксперимент, доказывающий высокую степень растворимости капсул кальций, цинк и селен компании Чуаньцзянь, то есть их усваиваемости человеческим организмом. Для этого нам понадобятся стаканы с водой и капсулы двух различных марок. В состав внешней оболочки капсул Чуаньцзянь входит такая злаковая культура, как клейкий рис, который очень хорошо всасывается желудком и совершенно безопасен для здоровья. Итак, вот так выглядит капсула кальций, цинк, селен. Сейчас мы ее разломим и содержимое в воду. В том числе поломаем и оболочку и посмотрим, как она будет, сможет ли она вообще раствориться. Перемешаем. Сейчас очень популярны капсулы с кальцием различных марок, так как люди испытывают потребность в этом элементе. Но восполнение кальция часто так и не происходит, потому что он не всасывается человеческим организмом. Как вы видите, капсула Чуаньцзянь растворилась в воде. Так. А почему мы проводим данный эксперимент именно с водой? Вода составляет 70% нашего организма. И если капсула плохо растворится в воде, она также плохо усвоится в нашем организме. Как вы видите, капсула полностью растворилась в воде, в том числе и ее оболочка. И весь раствор стал похож по цвету на молоко. Для второго опыта мы взяли кальций D3 никомет, один из известных препаратов. Итак, размельчим его. И таким же образом опустим воду. Как видим, результаты наших опытов. В данном случае, где была использована капсула кальций цинк селен компании Чуаньцзянь, мы видим, что он полностью растворился, не осталось никакого осадка и даже оболочка растворилась. Когда мы опустили кальций D3 никомет таблеточку и размешали ее,
Через несколько минут появился осадок, который отчетливо виден внизу стакана. А сверху получилась пленочка. Вот, ее можно увидеть на бортиках стаканчика. Если же вы принимаете кальций, а он не усваивается организмом, а только накапливается, это может привести к различным суставным или костным проблемам. Например, гиперостозу. Надо еще сказать, что особенность этих капсул заключается в том, что 20% действия направлено именно на пополнение организма микроэлементами, а 80% действия направлено на улучшение работы почек, а почки уже имеют непосредственное влияние на костную ткань. Данные капсулы будут полезны представителям всех возрастных групп, детям можно их принимать с 3 лет. Вы сами видели разницу между препаратами, и выбор здоровья за вами. А я в свою очередь желаю вам здоровья вместе с компанией Чуаньцзянь. Спасибо за внимание.